В Бендерах продолжается ремонт дорог. По улице Коммунистической с 27 июня по 1 июля будет полностью остановлено движение троллейбусов. Маршруты номер 3, 4, 5 курсировать не будут. Движение транспорта по улице Коммунистической на участке от Первомайской до Ечина ограничено до 10 июля. С 25 июня по 3 июля будут проводиться дорожные работы и по улице Советской от Гагарина до Лазо. На данном участке также будет ограничено движение. Места высадки, посадки пассажиров маршрутного такси временно переносятся с улицы Советской на улицу Лазо. Государственная администрация просит горожан отнестись с пониманием к временным неудобствам.